Мы находимся на выставке «Метроэкспорт», говорим с нашими гостями и экспонентами. Сергей, скажите, пожалуйста, про что ваша компания и что вы представляете на выставке? «Солнечная долина» – это винодельческое предприятие из Крыма. Соответственно, мы представляем вина, которые мы традиционно производим. И новостью для нашей компании очень радостно является то, что на проводимом здесь на выставке конкурсе «Wine Incognito» наша «Солнечная долина» получила золотую медаль Гран-при. Какие у вас впечатления от самой выставки? Как вам аудитория, которая здесь ходит? Как вам экспоненты, которые рядом стоят с вами? Ну, экспоненты мне все знакомые, безусловно, это приятная компания. Что касается людей, которые приходят на выставку, у них разные мотивы приходить на выставку. Кто-то по бизнес-интересам, кто-то приходит просто поглазеть, посмотреть. Но это тоже очень приятно, потому что люди разные. И мы довольны организацией выставки, мы довольны тем, какой народ, какой контингент посетителей приходит на выставку. Да. Спасибо большое, не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.